Fire, Resist, Lard там, сосредоточение. Все, танки поехали. Недостаточно ярости. Ой, бля. У твоих дуэлей, блять, у меня спойла нет, но... Звездочку привел. Бей сильнее, бей. Серп был почти. Бердром, как дела? Чё, как здоров? Слышишь, скилл? Как ты разгоняешь луч первый, который в начале файта? Ты вот как мне показывал или по-другому сейчас? Нужно подойти поближе. Я тоже по-другому начал, там бурст вообще жесткий. Thank you.
Я забыл на Аларе, что должны кто-то делать. В частности, на второй фазе, на первой они просто бегают от конца к концу. Я потом все объясню. Не волнуйся. Дима, у меня где мы или в 25? Так, вот тут. Демона. Короче, просто первого босса выйти надо будет. Ты чё, голубой? На ком подбираем? Ты сказал, ты свободен. От ЕГЭ, да? От родителей не. Ну... В смысле, ты у меня ЕГЭ сдал, всё, можешь съезжать. Коробку. Вот сидят, отмечают. Поэтому отбирают ком, да? Стоп, еще результаты неизвестны, но они сидят уже отмечают? Или что, ты вообще смог это, на ЕГЭ пойти? Ты в ДИСе или нет? У нас это с гильдии? Всё. Всё. Будь у меня новый комп, тогда ничего не придется никому отдавать. Так, всех пти забрали? Ну, не всех. Безумно, давай. Спекайся. Так, Натя, кушать рыбу-то падал. Вот он. Вот он. Чё, ГЦ, блядь? Чё, конечно, ты мне? Есть ласка. Там, да, вот он, ГЦ. Ходит, блядь, блатуется, нах. Давайте вообще на пол. Так, что касательно тактики. Для РДД хилов стоят снизу, хилят танков хилы, понятно, РДД бьют босса. Появляется маленький феникс, РДД свечивается в маленького феникса, милишники, понятно, бьют босса. По команде, если он залетает, милишники спрыгивают. Это первая фаза. Вторая фаза, собираемся все в кучку, там будет чаржиться феникс. Обычно, когда он чаржится, он туда раскидывает лужу. С этой лужи надо сразу выходить. И там будут появляться два феникса. Получается маленьких. Два феникса подводим до половины хп. Потом по команде только заливаем. По команде стоп. Вы стопаете свой ДПС по ним. И ждете, пока приземляется. Феникс летает вверх. Начинает кастовать свой шар. И потом рандомно кидается на одного человека. В ту область, куда он кидается, нужно сразу выбегать. В принципе, все. Там разливается лужа, некоторое время туда нельзя заходить, потому что ей урон находится. Потом дальше может восстановиться, если по желанию. Все, все готовы, может начинать. Все. То есть на второй фазе вы бегаете с того места, куда вы придете?
Гера. На низ, все на низ. Четвертая платформа. Готовься хилить. Взлетка. Первая платформа. Уголькарда, да? Все повисли? Да. Нет, только ты. Нет. Уголек. Больше РДДшников играют по уголькам. Ну чё за приколы, блин? Чё они вылетают? Делайся. Чё, у нас полрейда минус? Ну, минус 5 кастеров сейчас было вроде. Понятно, почему уголёк еле перевожу. Сейчас вот всё ок. Так а хули, если они за инста? Уголек. Что будем своими силами хуярить?
Взлетка. Четвертая платформа. Голек. Там все маленького. Милишники, на низ спрыгивайте. РД по боссу. Можете до половины хп уголька перевести. Милишники, на низ. Феникса не надо убивать маленького. По боссу. Не надо маленького играть, не надо. Потом троих сразу зальем. Лучше мили. Кучнее становимся. Можно по несколько лагеря. Отбежали. Под боссом кливайте вот эти РДД. Не убиваем. Отошли. Сколько маленьким не подходите, старым только. Добиваем старых РДДшники. Уже вышли на РДД. Вышли. Старую добили.
по углям стопанить. Вышли. Добили старых. Хазур, ты в Дэсе? Да. Угу. Как приземлиться, дашь Геру? Вышли. По боссу пока что играете? Все. Старых добили. Люблю стадия старых. Юля, подними Джан Гелегас. Дайте ему баф. Лужи мили зону. 300 баллов навести на Гелегас. Никита Дейнер по Сибова. Не сейчас. Не достаю. Слишком далеко. Еще не готово. Уже выйдете, Миш? Скучнее. У лагеря. Вышли. Вставай. Бля, Галевис, ты заебаешь. Прогандру, подними Галевис. У нас и так минус 5 дд, а вы, блядь, еще умираете. Дайте бафы. Скилл, пусть твои копии спасают. Вышли. Добили старых. Старых ей по боссу. Новых не надо бить. Главное старых добить сразу. Все, добили босса. Заходите, все, кто это.
вылетел. Ну, кстати, самый топовый луч, что мог выпасть отсюда. Наручи понтовые для лука. Не на робота, а на звездочёта. Разрой кольцо сразу. Сейчас, подожди. Здесь ты сможешь. Ну. Что ты спешишь так? Блять, мы же говорим. Я искал кольцо, отстань. И все равно я его буду брать. Ладно, фул стоит, понятно. Давай, я руни, пиздуй, рейд. Понимаешь, на личке части. Ебать, кольцо за 7к, ну. Ух ты, уёбок, скилл душит. Посмотрите на скилла. Ну что за урод? Десятку ставишь скилл? А я смогу лутать, нет? Если вылетел. Если десятку ставишь, то я уступаю. Ну, ставь десятку и забирай. Педрила. Смотри, твое кольцо увозят. Ну, ребят, что стоим? Поехали. Они там сами дурачатся. Ну, давай тогда лоджек обмен, раз он не хочет. Прям, слишком дорого колечко это. Так стектант не выпадет, смысл хотеть. Хилим рейд. Перчатки. Блять, перчатки. Запах. Тканевые. Mm-hmm.
Блэкдот обмен. Какая разница, сколько он поставил? Он же не стоп поставил шаг. Галевис, подчинись. Дживс есть у кого-нибудь поставить? Инженеры. Обмен, давай вард. Дживс сзади стоит. А, Галев починился. С одного моба причем. Пидор богат. Кто может ювелиры сделать вот такой камень? Обычный. Алкашный обычный. Агром. Хилим, хилуем. Звезду хуярим, готовимся контролить. Когда МК раздается, даете контроль и клевом не бьете. Танки. Так, Блэкдот может спекаться назад в своего ДДшного спека. А Веруния будет демоне. Вот призмайте плюс удался там еще побегу. А что, тебе спек надо сбивать? Нет, мне камень только взять, чтобы сделали ювелир.
Костяк у меня есть нормально. Пойдем, что дальше трэш чистить. Пристабав, извините. Камера бы там посильнее кто-то дал. Было бы неплохо, я думаю. А у тебя есть сразу засакетить, зачарить? Да. Сейчас рейд правее. Примите. Не сагрите мне патруль. Сейчас мы этих добьем, потом только пойдем чистить эту хуйню. А, да, не передался. Это. Давайте. Таунт. Подожди. Здесь доиграем. Маги, оковы не, блядь, создавайте, когда контроль, чтобы они не двигались наш. Так, немножко получше. Чтобы еще и нот не убивал своих просто. Так, кровостражи. Давай обмен астрали. Ща, да. А ты из босса не вылезал, не вылетал, лард? Тогда попробуй еще раз кинуть обмен. Вот, все. Спасибо. Что за день сегодня-то? Называется День Силы Сибири собралась. Вот один рождения. Нет, на завтра. Так, на контроле будет Веруни и Блэк Дот. Песня делает.
договаривайся сам. Бля, не, ну вернее, мне нужно будет на ласта. Если ты тут. А, ты тут. Чем ты, блядь. Слабее найти. Скрипифай, наверное. Поменяем. На ласта именно, на ласта. Скилл девушку. Ты думаешь, кончишь пешника, типа? Ау, да Локи, нет. Сум! Не ори, не дома. Разошелся. Так, вот вам рыбка. Кто здесь ни разу не был? Я был, но 2 месяца назад и 1 раз забыл. Все. Все, дегребифай только. Фу, баф поднимаем. Значит, смотри. Босс очень простой. Стоять во фрейме босса. Если на тебе вешается дебаф, там где вот твоя вип. Випка, премиум. Там повесится дебаф. Тебе нужно выбежать в рейд, с рейда, то есть... Ты же был на ЗС, Ваша? Вот. Примерно таким же макаром ты выходишь с рейда. Вот от босса, как смотреть, ну, примерно в эту сторону. Только по всему кругу. Неважно, куда ты выбежишь, просто выбежал, взлетел один. В радиусе тебя не должно быть никого. И все. Взрываешься, улетаешь, приземляешься, бьешь дальше босса. В принципе, все. Так, по контролю. Веруня, контролишь с черепком, Блэкдот контролишь без метки. Ну, там я, может, кружок накину, если не поленюсь. Понятно, да? Локи. Блэкдот. Да. Что мне камень сделают? Кинь трейд. А что ты хочешь? Камень. Ну что, Блэкдот не хватает? Все, готов. Слава, поехал. Под босса все идем. Гера. Вот он. Отойди от демона. Лартон вышел. Готовимся к помощникам. На пула нет, имею в виду. Так что не врывайте сразу. Черепок под боссом. Играем по черепку. Ату вышел. Двете каст. Ага, хорошо. Все, играем по боссу. Ты блокдот контроль своего? Че он меня хилит, босс? Ату вышел.
Жрица. Трэш. Так, Юля, я поднимаю тебя, ты поднимаешь вот оно. Локи контроля. Лартан вышел. Дайте бафы по друиду и по вот оно. Еле вышло. Контролем. ДК гриппин все без метки. Подлос. Все уже. Да? Пускай кливается, хули нет. Скарчик вышел. Инот Дайнер, Силинель, Битси, дай Инар по джунглисту. Астраливаешь. Скарчик. Грипните череп. Под босса. Все нормально. Сибала вышла. Сайбот. Звездочет. Добейте.
каст бейте. Карчик, как дела? Давайте начнем со штаников. Лартен, штаны, блин, с лоста. Какая разница, он все равно все на инту будет ставить. Давай, Владимир. Давайте, не спим, не спим, идем на трэш. Пока бы танки спекнулись дополнительно. Друдром, верни. Не пуляйте. Поднимаем танк. Не
Давайте бафинку. Чисто баф, каску. Вам может сопрот дать танки? Так, Локи. Контролем. Леджек кузнеца. Контрразряд обычно старайтесь забивать. Подожди, там Леджек у нее, видишь? Доты висят. Разбаньте. Пока не пыляй. Галега со встретить. Аккуратненько вытаскивай все это. Лок, контроль. Дима, шо там? Ты нашел с кем? Веруня? Или ты не это? Бля, ну он демон как бы основной. Робота типа. Там уже дегрифай поменяешь. На киле. Какая там тактика, скоро что там? На роботе. Наверное, серба. Слаб. Не знаю, почему серб так мало дает. Ты бы лучше вместо вместилища душ тогда доначил себе Т5. Чтобы пользы больше было. Ну, контроль типа изнесу. Знаешь, что он габлит? Тут так ДПС они... Да хуя. Да правильно поменять еще. Сколько серы дает? Ну, блядь, на соляре вообще очень мало, да. Ну, хотя он нет, он не контролил. Ну вот, типа, я еще сколько там, 4% миликом даю. 4% до миликом.
Ты 3 даешь. 4. Локи, контрольте. Аня, приготовь зубы. Дай купол в медведе. А зубы по безумию. Промах, блядь. Следующий объем. Интересно, а есть это вместилище внутреннее КД там или нет? Лёха, декрили по войду? Наверное, минуту КД у него. Просто судя по описанию, там должно быть внутреннее КД. Как так? Или, наверное, этот, как его зовут? С Джайна Триня, наверное, такая же. Там прожимная только. Слышь, Костя? Ты в Т4 нормально ебашишь, Лока? Ну, сколько у меня? Больше 12, и как-то не получалось в рейде выдавать. Ну, если дестрика. Блин, нет, это мало. Я видел, по 16 тысяч выдавали в Т4. Ну, у меня шмота там почти не было, когда я в Т4 играл. То есть у меня вот Т4-то самые такие были шмотки хорошие. Просто, блядь, помоги сербу, а то он что-то вообще слабо дает. Он в Т4. У него 4 Т4, голова Т10. Че споришь со мной? Я только что чекал. Обнимите инту, пожалуйста. Так, на сапрота обмен. Рыбу жуем. Соум.